Давайте прославим еще раз нашего Господа. Слава Иисусу Христу! Друзья, это большая радость и большая привилегия познать Господа Иисуса Христа как святого Бога, как Господа, как Спасителя, как Победителя, как Царя Царей и в то же время как друга, советника и помощника в любых ситуациях. И именно такое познание нашего Господа Иисуса Христа, оно возбуждает нас желание завжди прославлять Его имя, спевать для славы Иисуса Христа. И сегодня мы имеем эту прекрасную возможность поклониться именно такому Иисусу Христу, Господу, Святому Богу, другу нашему, помощнику и советнику. И перед тем, как мы помолимся и продолжим петь, прославляя нашего Господа Иисуса Христа, давайте мы повернемся друг к другу, чтобы поприветствовать друг друга, чтобы благословить друг друга. Я прочитаю два стиха из Псалма 137-го.
Это слова Давида, это песнь Давида. Господи, славлю Тебя всем сердцем. Буду петь Тебе песню хвалы. Буду славить имя Твое за любовь и за истину, за то, что вознес Ты имя и Слово Твое над всеми. Поклонюсь, Господи, Тебе и Твоему храму святому. Пусть сегодня наши сердца, они не останутся равнодушными. Пусть наши уста будут открыты для того, чтобы громко, совместно прославлять нашего Господа. И пусть наше сердце сегодня будет открытым, чтобы через поклонение Господа, через проповедь услышать и соприкоснуться с нашим Господом Иисусом Христом. Помолимся. Господь и Бог наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту радость и привилегию, которую Ты дал нам, когда мы, познав Иисуса Христа, как святого Бога, как чудесного Бога, как Царя царей, Победителя и нашего Спасителя, но и как друга, помощника и советника нам в любых ситуациях, Господи, сегодня быть на этом месте, чтобы поклониться Тебе, чтобы прославлять Тебя, чтобы соприкоснуться с Тобой, чтобы услышать Тебя и чтобы говорить Тебе, Господь, нашим сердцем, нашими устами. Благодарим Тебя. Господи, мы верим в то, что сегодня Ты здесь среди нас. Господи, мы просим Тебя, Господи, прикоснись сегодня к нам. Мы нуждаемся в Тебе, Господи, в это неспокойное время, когда, может быть, наши сердца отягчены какими-то переживаниями, страданиями, может, болезни атакуют нас, Господь, или какие-то новости, которые приводят нас в ужас, Господи. Прикоснись сегодня к нам миром Твоим, Господь, милостью Твоей, любовью, Господь. Я прошу Тебя о тех, кто сегодня среди нас. Это, может быть, наши дети, наши знакомые, друзья, кто-то среди нас, кто еще не соприкоснулся, кто не познал Тебя, Господи, Духом Святым сегодня коснись. Господи, чтобы родились души новые для славы Твоей, чтобы сегодня Царство Твое умножилось и в нашем собрании, Господи. Мы просим Тебя, благослови Слово Твое для наших сердец. Касайся нас, Господь. Мы благодарим Тебя за мир и благополучие, которое мы сегодня здесь имеем, в этот день, на этом месте, Господь. Мы просим Тебя за тех, кто не имеет мира, Господь, кто сегодня переживает страх, Господь, кто сегодня видит смерть и боль, Господи, посети Украину, посети Иерусалим, Израиль, Господи, миром Твоей, милостью Твою. Господи, умножь славу Твою в наших сердцах в этот день. И благодать Твоя, действие Духа сегодня, Господь, пусть будет сегодня в нашем зале. Это во славу Твою, Иисус наш, Господь наш. Аминь. Будем прославлять Господа дальше. Часы тревог, уныния и сомнения, не видя света, света пред собой. Душа болит, терзается волнений, спешу, Господь, прийти к Тебе с мольбой. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. О, простивный, кроткий и смиренный, Христос Господь, живи во мне всегда. Чтоб в сердце был моем запечатленный, не дал упасть под тяжестью креста. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Тяжело бывает, и кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа словам Твоим внимает, я не оставлю, я люблю Тебя. Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, а
счастлив я, что Он со мной, друг мой. Так счастлив я, что я Христа имею. Так счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею. Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Вначале ты был Слово, со Всевышним было одно. И слава скрытая в творении теперь явилась, наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог. Ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой. Хотел ты вечности быть с нами, Иисус, ты сам спустился к нам. Твоя любовь покрыла грех мой, теперь мы вместе навсегда. Твое имя чудесно, Бог, Твое имя чудесно, Бог, ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог, Иисус Господь мой. Из мертвых воскрес ты, не больше завесы, заставил умолкнуть сила, Бог, в Твоем имени сила, Бог, ты царь мой, Иисус Христос. В Твоем имени сила, Бог, ему покорится все. В Твоем имени сила, Бог, Иисус Господь мой. Сейчас и во веки, брат Господь. Твое Бог все царство, Твоя Бог вся слава, Твое имя выше всех имен. Твое имя прекрасно, Бог, Твое имя прекрасно, Бог, ты царь мой, Иисус Христос. Твое имя прекрасно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог, Иисус Господь мой.
Мы сегодня будем читать один текст, который записан в Евангелии Иоанна, 8 глава, 12 стих. Популярнейший, знакомый текст, но очень глубокий, очень ценный. У нас есть время до молитвы для того, чтобы поразмышлять и увидеть здесь красоту этого текста. Иисус в этом тексте говорит, что Он – свет жизни. Главную мысль, которую я вижу в этом тексте, что если ты хочешь жить, следуй за Иисусом. Если ты хочешь жить, следуй за Иисусом. Записаны такие слова. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить больше, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Таких достаточно коротких четыре мысли, которые я здесь вижу. Первая мысль – это Иисус говорит о факте. Он утверждает абсолютно стопроцентный факт. «Я свет миру». Потом он говорит о решении, которое должен сделать каждый человек. И каждый человек делает. Даже если он думает, что он не делает, он делает все равно решение, реакцию на это, на этот факт. Следуешь ты или не следуешь. И потом два последствия. Если ты следуешь, и если ты не следуешь. Все достаточно просто, как бы, но это наша жизнь, и в практике не всегда так все просто. Этот текст записан сразу после ситуации, когда к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и мы знаем, как Иисус мудро ответил, все разошлись, никого не было. Это было в храме, на территории большого храма. Эта ситуация происходит дальше в сокровищнице, написано ниже по тексту, написано, что эти слова он говорил именно в сокровищнице. В сокровищнице было по периметру 13 сокровищниц, куда можно было бросать пожертвования на разные нужды храма, и там было много людей. То есть Иисус там разошлись, он нашел место, где есть много людей. И опять много людей, он говорит, что-то рассказывает, и много людей собирается к нему, и он опять начинает говорить. И это одно из популярных «Я есмь». Иисус говорит «Я есмь», «Я есть свет». Как факт. Он им закидывает эти мысли по ходу своей проповеди дальше и здесь, напоминая им о том, какой свет был важный, когда израильтяне вышли из Египта. И когда они праздновали праздник Кущи, они напоминали себе выход из Египта, и в первый день праздника, точнее первую ночь, в Иерусалимском храме по центру одного из дворов зажигались 4 огромных светильника, миноры огромные, просто они светили, и много света было. И даже такое называлось событие иллюминации Иерусалима. То есть свет был на Иерусалим. Люди всю ночь там праздновали, радовались, прославляли Бога, читали, благодарили Бога, что они вышли из рабства. Это было напоминание. Иисус говорит, «Я свет». Тот свет, который в одну ночь загорался, он тух. Он с рассветом все заканчивался, праздник заканчивался, были следующие дни, но жизнь продолжалась. Здесь же он говорит, «Я свет миру». Постоянный, неувядающий. Он напоминает им, как они шли, как их отцы шли за огненным и облачным столпом, днем и ночью. Они шли, они двигались. Он им говорит, что «Я есть тот свет, за которым можно идти, и идти толково, осмысленно, идти к цели, идти к результату, идти в радости. Я свет». Мне нравится, что написано здесь, что он говорит «Я свет всему миру». «Я для всех пришел». Иисус открыт для каждого из нас, братья и сестры. И кто думает, что я такой грешный, что меня уже не простит даже Бог? Нет, он говорит, я для всех открыт. И через этот крест можно пройти, через этот свет, который он дает, можно пройти. И даже нужно пройти. Он может становиться тем светом, который дает грешникам оправдание, очищение. Иисус является тем светом, который как солнце для всей земли. Он дает источник жизни, источник тепла и источник плодородия. То же самое может и Христос давать для жизни души грешника, который нуждается в этом. У нас у каждого есть запрос в душе, всегда в чем-то. И мы пытаемся чем-то накормить эту душу разными вещами, покупками, встречами. Но свет, который дает Христос, прощение, благодать, мир, любовь, он ведет, он радует, он вдохновляет. И он говорит дальше во второй части этого текста, он говорит, кто последует за мною? Вопрос конкретно к тебе. Ты следуешь за ним? Ты знаешь этот свет? Он тебе знаком? Крест для тебя сияет? Крест тебя смиряет? Крест тебя вдохновляет? Крест тебя оправдывает? Крест тебе дает радости жить? Крест тебе дает радости любить, отдавать, служить, жертвовать? И в этом получать, когда ты отдаешь? Или ты думаешь, что
я как бы здесь, но как бы нет, потому что надо будет много отдавать, много будет жертвовать, надо будет много смиряться. Но так не бывает, в христианстве так не будет. Мне нравится, знаете, я думал, какие привести две аналогии со светом, какие важны в нашей жизни. Вот мы все ездим, практически все здесь ездят за рулем. Едем по хайвею, да, 60-70, едем быстро, ночью. И представляете себе ситуацию, если у вас выключается просто вся электроника в машине. Свет. Пускай электроника работает, машина дальше едет, но свет исчезает. Ваша реакция? Паника, шок, по тормозам, вправо оттормаживаться. То же самое каждый из нас должен делать, кто сейчас живет без Христа. Если ты сейчас живешь без Христа, засыпаешь и просыпаешься без Него, ты в бездну летишь, ты летишь в аварию, в очень жесткую аварию. Он нужен тебе, Он нужен каждому из нас. Мы все мчимся в вечность. Я на холодильнике повесил у себя дома одну бумажку, интересно, там 90 лет жизни, и каждый квадратик — это одна неделя. Для того, чтобы ты понимал, если ты проживешь 90 лет, сколько у тебя будет. И моя дочка говорит мне: папа, я не хочу, чтобы ты это писал, потому что я не хочу, чтобы ты умирал. Я тоже не хочу. Говорит: дочь, но все мы умираем. Вы знаете, что в нашем теле вырабатываются гормоны определенные, необходимые для жизни, когда свет солнца на нас светит. Возможно, тоже гормоны определенные вырабатываются в нашей духовной жизни только тогда, когда свет Писания просвещает нас, когда Христос приходит в нашу жизнь. И последняя мысль, она говорит: но будет иметь свет жизни. Во-первых, для себя, во-вторых, для окружающих. Хотим ли мы благословлять? Хотим ли мы влиять? Хотим ли мы детей наших наставить правильно? Хотим ли мы родителей помочь вдохновить на жизнь? Какие-то... Мы видим, человек неправильно идет. Вы думаете, что нашей мудрости хватит кому-то что-то помочь, как-то правильно вырулить ситуацию? Только свет Христов. Поэтому четыре мысли. Иисус говорит: я свет, это факт, решение, определись. И два последствия: ты будешь во тьме или ты будешь во свете. Поэтому, кто еще не со Христом, обратитесь к Нему, придите к Нему, покайтесь. Кто со Христом, но где-то вы отдалились от этого света, приблизьтесь и будьте в благодати. Аминь. Давайте помолимся. Наш добрый Бог, мы превозносим Твое святое имя, мы Тебя прославляем, мы Тебя хвалим, мы благодарим Тебя от всего сердца за Писание, за Евангелие, за свет, который Ты принес через свою смерть и воскресение для каждого из нас. Иисус, спасибо, что Ты есть наш свет. Спасибо за то, что мы знаем Тебя как своего личного Спасителя, и мы можем влиять, мы можем благословлять, мы можем вдохновлять. Господь, помоги нам не отходить от Тебя ни на шаг и быть в Твоем свете, и давать свет другим. Господь, я Тебя особенно прошу за тех, кто в этом здании сейчас есть, кто не с Тобой, кто не является Твоим детем, кто не следует за светом. Господь, коснись Духом Святым их сердца, дай им желание преклониться пред Тобой, осознать свою греховность, полюбить Тебя всем сердцем, отдать свою жизнь Тебе, следовать за Тобой в радости и влиять на окружающих. Прославляем Тебя, Бог, и помоги нам быть Твоими свидетелями в этом мире. Во имя Иисуса. Аминь. Как по полюшку, но с собою несу в сумме свое горюшко. Перепахана скорбями, за мною поле то, и горючими слезами щедро полита. Жизнь прожить не поле перейти. Эх, по меже бы к небу мне суметь найти. За плечами бы оставить не колосье в лес и не пыль земли глотать, а чистоту небес. Впереди не видно края, поле чистое, что посеяно
руками, то и вырасти. Коль в трудах тяжелых потом поле скорблено, знать хлеба отборным золотом будут собраны. Жить прожить не поле перейти. Эх, помеже бы к небу мне суметь найти. За плечами бы оставить не колосье в лес. И не пыль земли глотать, а чистоту небес. Богом данное, без креста пустеет горе бесталанное. Одинокому идти мне, ой, душу погубить. Дай мне в поле вдоль пройти, с Богом жизнь прожить. Жизнь прожить не поле перейти. Чистоту небес. Жить прожить, не поле перейти. Помеже бы к небу нам суметь найти. За плечами бы оставить нам колосье в лес. И не пыль земли глотать, а чистоту небес. Эх, ты жизнь моя, как поле, Богом данное. Благодарим сердечно за такое прекрасное исполнение. Сейчас время объявлений. Дорогая церковь, хочу напомнить, что после нашего основного собрания у нас будет семейное наше собрание. Пожалуйста, останьтесь, нам надо обсудить некоторые вопросы собрания членов нашей церкви. В нашей церкви 10 августа планируется праздник. Если Господь позволит, у нас будет святое водное крещение. Дорогие, если у вас есть побуждение Святого Духа, если вы хотите принять святое водное крещение, присоединяйтесь к нашей церкви, присоединяйтесь к общениям, которые проходят по воскресеньям в 5 часов вечера. Они идут уже, они продолжаются, но если у вас есть желание, вы можете присоединиться к этому. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать Попову, он все вам ответит. Родители, родители подростков. В нашей церкви этим летом планируется ретрит для наших подростков. Это будет проходить с 31 июля по 3 августа. Пожалуйста, записывайте туда ваших детей. Это будет благословенное, интересное время для них. Это будет хорошее время подружиться, найти друзей, найти свое служение. Пожалуйста, если есть вопросы, Давид Бабарин поможет вам и ответит на все ваши вопросы. Также детский лагерь в нашей церкви заканчивается. Уже регистрация на детский лагерь. Пожалуйста, осталось очень лимитированное количество мест. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок туда попал,
сегодня сделайте это. Татьяна Лукьянченко поможет вам в этом. Сейчас у нас будет сбор добровольных пожертвований на нужды нашей церкви. Давайте подготовим наши сердца. Это наше служение, общее служение нашей церкви, служение доверия Богу, служение благодарности нашему Господу за все, что Он дает нам, за то, что мы здесь, за то, что Он нас любит, оберегает и хранит. Давайте встанем и помолимся. Отец наш Небесный, мы Тебе благодарны за этот день, когда можем исповедовать милость Твою, благость Твою к нам. Мы из Твоей руки получаем все необходимое для нашей жизни, Господи. Мы хотим Тебя почтить в этом служении для славы Твоей, наш Бог. Аминь.
Дорогие братья и сестры, сегодня я буду говорить на тему, которую я сам до конца не понимаю. Поэтому прошу, мне нужны ваши молитвы, чтобы я не сказал лишнего. А тема, мы много воскресений рассуждали об атрибутах Божьих. Кто есть Бог, каковы качества Его характера. Сегодня мы будем говорить о суверенитете Божьем. Давайте начнем с того, что мы уже говорили. Итак, Бог, которому мы поклоняемся, тот Бог, о котором мы рассуждали много воскресений, и Бог, которому мы поклоняемся, это маленькая точечка Вселенной. А на самом деле мы просто не можем объять, как много прекрасного создано Богом. И говорит Писание, что то, что можно знать о Боге, без того, чтобы что-то читать, явно для них, для людей, потому что Бог явил их, ибо невидимое Его, вечная сила и Божество через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Мы живем в мире, который очень разумно создан кем-то. Цветы, птицы, звери. Все вокруг нас, когда мы начинаем думать, это невероятно. Наши человеческие технологии даже не приближаются рядом, не приближаются к тому, что уже заложено в простом маленькой какой-то камашке, муравье. Мы далеко еще не там. Как он знает, что делать, когда делать? Но он знает. И много мы могли бы говорить до бесконечности. Итак, мы говорили на прошлых собраниях о том, что Бог, которому мы поклоняемся, Он благ, всемогущ, свят, любвеобилен и милосерд, триедин, непостижим и в то же время близок, справедлив, щедр, превознесен и славен. Если просто так пойти по списку, это просто термины. Кстати, я не знаю, как вы, я рассматривал эти качества Его характера. Для меня они преломляются через Его особенное качество, которое называется святость. Когда-то я рассуждал о святости как в неком религиозном смысле, что святость – это, ну, когда мы что-то едим, что-то не едим, что-то одеваем, чего не одеваем, куда-то ходим, куда-то что-то делаем, чего-то не делаем. Это какое-то религиозное такое описание, и оно, этот термин воспринимается в мире именно так. Но как-то в моей молодости я читал один текст, и когда голова моя стала по-другому, думаю, простой текст. Говорит, когда написано в Ветхом Завете, когда вы будете жать жатву, жнешь жатву не дожинай до края. Ягоды, семена, оставь бедному в доме, пришельцу. И дальше говорится о том, будьте святы, ибо я свят, Господь ваш. То есть святость выражается в простом. Вот никто не оставляет, а ты оставляй. Будь особенный, неповторимый. Если вы прощаете только вашим братьям, которые вас любят, что особенного делаете? Бог делает по-другому. Будьте особенные, будьте неповторимы. Святость – это быть особенным, неповторимым, уникальным. Таков наш Бог есть. И этот термин, он применим ко всему. И когда я рассуждаю о атрибутах Божьих, Бог, Он свят в том, насколько Он добр. Он свят в своем всемогуществе. Он свят в своей любви и милосердии. Он свят своим триединством. Ну где еще есть такая личность, одна и в то же время три? Он свят своей непостижимости и близости. Он очень далеко и в то же время рядом. Он свят в справедливости, в щедрости и в своей славе. Никто не может сравниться с ним. Вот простые вещи. Можно об каждом из этих атрибутов можно говорить неделями, не останавливаясь. Ну вот простое. Например, говорить, он свят своей справедливости. Что это значит? Ну, например, один пример.
Мы понимаем, что Бог свят в том, как, насколько Он справедлив. Тот, кто чего заслужил, то и получает. Вот представьте себе, если вы были на месте Господа, и вам надо было решать вопрос судьбы Содома и Гоморры, что бы вы сделали с ними? Это не просто разговоры, какие цвета предпочтительны, голубые и зеленые. Это два города развратились настолько, хотя Авраам, Лот напоминали им, настолько развратились, что когда пришло два ангела в виде двух мужчин, собрался весь город, от старого до малого. И пришли, говорит, выведи их, и мы устроим шоу, и наши дети будут смотреть и радоваться. Вы представляете уровень развращения? Невозможно было их уже перевоспитать. Они дошли до той точки, когда нельзя. И что произошло? Как-то случайно вулкан взорвался, два города сгорели, и люди эти ушли. Что особенно в том, что Бог судил Содом и Гоморру таким образом? А особенно с вот чем? Христос открывает другую сторону, о которой мы не знали. Он говорит, Содому и Гоморре будет отраднее в день суда. Почему? Потому что если бы они видели то, что вы слышите, и то, что вы видите, они бы покаялись. Бог своей справедливости просчитывает не только то, что человек сделал, но Он учитывает и то, что бы он сделал, если бы он жил в другое время, в других обстоятельствах. Эта тема, мой ум смолкает, как об этом судить? И я смотрю, Господи, неужели настолько Его святость, Твоя святость, Твоя справедливость уходит так далеко? Победа и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. Библия конкретно подтверждает, что принцип суверенности царской относительно Бога остается, он не меняется. Бог не переходит на демократию. Или смотрите дальше. «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости, ибо Господь Всевышний страшен, великий царь над всей землей. Пойте Богу нашему, пойте, пойте царю нашему, пойте, ибо Бог царь всей земли, пойте все разумно». Интересный текст, правда? Особенно первая строчка. «Восплещите руками все народы». Это, кажется, заповедь есть, рукоплескать. Я вырос в стране, где рукоплескали на параде. А потом в церкви говорит, это мирская традиция. В церкви нельзя. Я говорю, а что нельзя? Нельзя. Это мирская традиция. Но до того, как появился Советский Союз, с этими тезисами «Слава Коммунистической партии Советского Союза! Ура, товарищи!» И все аплодировали и говорили «Слава!» И не говорили, что это нацизм. Бог говорит «Рукоплещите все народы!» Рукоплескание – это универсальная форма выражения одобрения чего-то. Когда нас много, это самое простое. И в Библии это написано много раньше. Обратите внимание на это. Он, Господь Всевышний, страшен, великий царь над всей землей. Пойте Господу, пойте разумно. Мы должны анализировать, почему мы поем, как мы поем, какие слова, какая мелодия, осмысленно провозглашать, прославлять нашего Бога, который суверенный царь. Но вопрос. Бог бесспорно является суверенным владыкой во всем. Является ли Он суверенным Господом моей жизни? С тем, что Бог суверен, и Библия говорит об этом однозначно, нет в этом сомнений. Но при этом появляются у нас вопросы такого философского плана, хотя мы и не философы. Бог бесспорно является суверенным владыкой во всем. Скажите, братья и сестры, а вы можете сказать со всей уверенностью внутри, Он является суверенным царем моего царства? Он контролирует мои мысли. Он суверенный царь моих эмоций.
Он суверенный царь моих слов и моих поступков. Видят меня, не видят. Ангелы знают, что в моем сердце царствует суверенный Бог. Вы можете это сказать? Непростой вопрос. Если он суверен, есть хоть одно сердечко, где он не суверен, то что здесь происходит? Если Бог не является суверенным царем моего сердца, то как он может быть суверенным царем во всей вселенной? Это философский вопрос. Мы не философы, но такие вопросы нам приходят. Если он суверенный, все ему до мельчайшего всего подчинено. А оказывается, в моем сердце он не суверенный, я начальник. И такое бывает. И вопросов возникает очень много, когда мы начинаем рассуждать о суверенности Божьей. И скажите, братья и сестры, как бы вы решили этот вопрос, когда вас спросят? Он суверенный, пока говорили, что он суверенный, тексты приходили, цитили, рассказывали, а потом начинаются вопросы. И что отвечать? Это намного сложнее, чем ответить, хлопать или не хлопать. Поэтому, когда мы говорим о суверенитете Божьем, возникла проблема. Почему тема суверенитета Божьего вызывает разногласия среди христиан? Это тот вопрос, который создает споры, напрягает людей разных мнений. У людей формируется определенное мнение о том или том, и они начинают оправдывать то, что они говорят и о чем они думают. Например, существует моральная проблема, которую христиане решают по-разному. И проблема в чем? Если Бог суверен, то как может человек иметь свободную волю? Если Бог суверен, то почему существует зло? Если Бог суверен и Он всем управляет, то как у человека может свободной воли быть? Но если у человека нет свободной воли, то за что его судить? Если человек предназначен тому, что он делает, что говорит, то надо судить того, кто это предназначил. С другой стороны, если он суверен и происходит все так, как он скажет, а почему зло не контролируется? Почему зло происходит? Эти моральные проблемы, вопросы создают напряжение между разными ветвями христианства. Как их решают? Берут общий принцип. Говорят, настоящий Бог действительно должен быть абсолютом. То есть быть смысловым и онтологическим центром всего существующего. Он должен быть Богом, имеющим верховную власть над каждой мельчайшей частицей Вселенной. В противном случае Бог уже не является абсолютным владыкой. Хорошая фраза, правда? Вот звучит ее повторять. Как умно звучит, правда? Но в реальной жизни все не так просто. И поэтому люди высказывают разные позиции. Причем они не прикидываются. Их вот эта идея суверенности Божьей приводит к определенным позициям. Когда мы говорим о Кальвине, я не собираюсь Кальвина критиковать, но то тезисы, к которым пришел, что Бог все контролирует, все происходит, как он назначил, он принимал во время очень трудное, когда католическая церковь зашла слишком далеко и начинала на грехах человеческие зарабатывать, выписывать индульгенции, больше заплатить, больше грехов продать. Когда церковь, по сути, стала представителем Бога, только через церковь можно было. И Кальвину надо было искать путь. И он начал говорить о суверенности Божьей. Что не от церкви, не от этих священников. Бог суверенный. Как он определил, так оно есть. И спасение, и прощение суверенитетом Божьим определяется. Но это создало другие проблемы. Вот цитата. Если допустить, возможно, свободной воли, что человек выбирает, что он хочет, то это противоречит суверенитету Божьему. Если это допустить, что человек свободную волю имеет, братья, вы еще здесь? Вы еще не отключились? Так начнете отключаться, дайте мне знать, чтобы я расскажу какую-то историю смешную. Смысловой, если допустить, у человека есть свободная воля, то смысловой центр Вселенной смещается усредненному вектору между суверенитетом Божьим и волей человека. Хорошо сказано, правда?
Я как-то встретился с автором этой цитаты. И говорю, вы... Он говорит, мы не кальвинисты. Я говорю, а кто вы? Ну, мы христиане библейские. А почему вы не называете себя кальвинистами? Вы 5 пунктов верите? Tulip на английском языке. Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, preservation of saints. Вы в это верите? Верим. Но вы не кальвинисты. Нет. Мы не кальвинисты. Получается, что? Рыжая с хвостиком по веткам прыгает, орешки кушает. Но это не белка. Ну так не бывает. Ну скажите что-то, почему? Он говорит, люди увлечены философией этого мира, они не понимают, что это такое. Я говорю, хорошо, я цитирую вот это. Скажи, это случайно не философия? Красиво сказано. Но если допустить свободную волю, то вот человеческая воля и воля суверенитета Божьего. Ну, представьте себе. Ну, вот мы, ну, хорошо, мы не будем так сравнивать, не Господь Бог. Вот кто-то из нас что-то Байден говорит, а мы пошли сказать, а я не согласен. И что? Нас будут слушать. Можно к Зеленскому поехать или к Путину такое сказать. Нас даже не пустят туда, где он услышит. И как раз это имеется в виду. Если Бог суверен, Он всей вселенной управляет, то как может человек иметь свою волю? Логически это правильно. Я не могу с этим поспорить. Но проблема в том, философия, логика одно. Но то, что нам открыто в Священном Писании, это другое. Даже если мы его не понимаем. Посмотрите еще. Скажи им, живу я, Господь, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратись от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилю. Интересная фраза. Бог говорит, что я не хочу смерти грешника. И дальше он говорит, если я скажу, грешник умрет, но грешник покается, я поменяю свое мнение. И он будет жив. Ну что тут непонятно в тексте? Но проблема как раз именно моральная. Что если Бог суверенный, и Он не хочет, чтобы грешник умер, Он не умрет. А как иначе? И Кальвин, когда приходит к этому тексту, говорит, то что же получается, что Бог не хочет, а Он умирает, тогда наша теория разваливается. Вот прочитайте комментарии на этот текст. Говорит, нет, наша теория более важная часть, чем то, что там написано. Я так утрирую. Прочитайте, там почти это он говорит. Он говорит, даже такие вещи говорит, что если кто-то неизбранный уверует, то Бог забирает у него веру, чтобы он шел предназначенный ему путь. Логически это просто. Все становится понятным. Но это не то, что написано в Писании, хотя бы в этом тексте. Или смотрите еще. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает, это Бог. Ты скажешь мне, за что еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Божьей? А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшим его, зачем ты меня сделал? Что вы думаете об этом, братья и сестры? Бог кого хочет, того ожесточает. Кого хочет, милует. Вы об этом что думаете? Правильно написано? А у нас что, выход есть? Написано там. Один молодой человек, я рассказывал эту историю, у нас есть много-много новых людей, я повторю ее. Молодой человек один пришел и говорит, Петр Викторович, я хочу, чтобы вы точно знали. Закончил учебное заведение. Я убежденный кальвинист. Давайте встретимся, поговорим. Хорошо, он мне этот текст цитирует. Я говорю, что вы думаете об этом? Я говорю, я согласен 100%. Как? Вы согласны? Да. Но у меня есть вопрос. В своей суверенной воле, как Бог решил, кого ожесточать, а кого миловать? Как он это решил? Ты это знаешь? Нет. Давай я прочитаю другой текст. Я ему читаю вот этот текст. С того же самого послания римлянам. Ибо всех заключил Бог в непослушание, через Адама, чтобы во Христе всех помиловать. Я его спрашиваю, а что ты думаешь об этом? Вот я с этим не согласен. Я говорю, кто ты человек, что споришь с Богом? Суверенный Бог
в своем суверенитете, который действует в Боге не просто «что хочу, то и делаю». Суверенитет Божий работает, исходя из других атрибутов, его благости, его справедливости, все вместе работает, как он принимает решение. Он принял решение, ты кто человек? Он мог бы одних ожесточать, а других миловать. Он решил всех ожесточить, а потом всех помиловать. Ты кто, что споришь с Богом? Я не готов, я в следующий раз соберусь. В следующий раз то же самое повторили. И он остался при своем мнении, потому что когда ты попадаешь в плен своей философии, трудно из этого выйти. Но проблема реальна. И я не хочу критиковать, что там нет логики. Есть логика. Но то, что говорится здесь, и таких текстов очень много, мы должны найти ответ, как суверенитет Божий работает таким образом, чтобы у человека была какая-то свобода воли. Если Бог Содому и Гоморре говорит, что им будет отраднее. На каком основании? Что они себя хорошо вели? Нет. Если бы они жили в ваше время, они бы покаялись. И на основании того, что бы они сделали, если бы они жили в другое время, Бог даст им поблажку. Мы не знаем, в чем она будет выражаться. То тем более в этих вопросах. Видите, какие проблемы создается понятие суверенитета. Видел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Это о чем? О Ниневии. Бог видел, что развратился этот город, послал Иону, чтобы он сказал, покайтесь, иначе погибнете. Через 40 дней погибнете. А когда Бог увидел, что они покаялись, он отменил свое решение. Но как суверенный Бог, который просчитывает все, мог принять решение? Зачем он решение принимал, чтобы его отменять? Мы используем человеческую логику. И нам кажется, что если Бог принял решение, что этот город через 40 дней умрет, он должен умереть, иначе Бог не суверен. Но текст говорит другое. Говорит, Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей, потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, милосердный, сожалеешь о бедствии. Я знал, что ты передумаешь, ты слишком добр, чтобы решать эти вопросы. Вот избранный, вот не избранный, так надо действовать. А ты что наделал? Это Иона. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». Вы представьте себе эту ситуацию. И Господь суверенный сказал, вдохнул бы, да ну тебе, Иона. Я думал, что с себя что-то будет. И с Ионы остался бы только пепел. А Господь ему говорит, растение тень бросало, тебе его жалко. Да там дети, мне жалко детей. Мне скот жалко, я их творил. Ты о чем говоришь? Это Бог. Суверенный, но его суверенитет не просто работает. Знаете, как, помните, как мы в детстве, больше всего, о чем мы мечтали? Я не знаю, это одно из качеств, которые мы больше всего мечтали в детстве. О чем? Суверенность. Маленькие дети, я мечтал, это то же самое. Я смотрел на своего папу и думал, он делает, что хочет. Что хочет, ест. Что хочет, не ест, куда хочет, идет, куда хочет, не идет, что хочет, делает, что хочет, не делает, спит, играет, что угодно. Вот это жизнь. Вырасту, и я буду такой суверенный. А когда вырос, появились дети и внуки, я понял, что я связан намного больше, чем я был связан, когда я был маленьким. Господу не так просто использовать свой суверенитет, потому что другие качества его характера сдерживают его. Все не так просто. Но и Ионе казалось это настолько просто, что он хотел умереть от досады. Кстати, обратите внимание на вот эту книжку. Почитайте. Хорошо, я не знаю, может, она на русский язык есть переведена. Этот автор, очень известный автор американский, он пишет о атрибутах Божьих простым, доступным языком. Вот несколько переводов цитаты его.
Суверенный Бог определил, чтобы человек был, это другое решение, другая точка зрения на эту же проблему. Суверенный Бог определил, чтобы человек был свободен и в своем моральном выборе, и человек от начала действовал согласно это постановление, делая выбор между добром и злом. Когда он избирает зло, он не противоречит суверенной воле Божьей, но исполняет ее, поскольку в своем вечном декрете Бог не постановил, какой именно выбор должен сделать человек, но он постановил, что человека выбор должен быть свободным. Итак, Бог в своем суверенитете, другое решение вопроса, которое больше соответствует тому, что написано, что Бог определил, что человек делает выбор, имеет право, и это не нарушает суверенитет Божий, потому что Бог разрешил ему. Если в своей абсолютной свободе Бог пожелал дать человеку ограниченную свободу, то кто может остановить его руку или сказать, что это ты делаешь? Человек имеет свободную волю, потому что Бог суверен. Если бы Бог не был суверенным, он не смог бы дать моральную свободу своему творению. Он бы боялся делать это. Книга очень дешевая. Там очень подробно, купите, почитайте. Очень интересная книга, очень простая. Наш выбор является нашим, но последствия нашего выбора предопределены суверенной волей Бога. Из этого порядка вещей нет исключений. То есть есть другое, то, что Писание, хотя он суверен, но своей суверенной воле он дал нам свободу выбора. И наперед предопределил, если ты пойдешь влево, будут такие последствия, пойдешь вправо, будут такие последствия. И это никак не противоречит суверенитету Божьему, потому что в твоем суверенитете он дал эту свободу. Когда мы читаем притчу о блудном сыне, один просит неправильно, я хочу уйти, иди. А тот остался. Они делали оба сына свой выбор. И были последствия и того, и другого за свой выбор. Но он готов был им пойти навстречу. Знаете, этот же автор, Тоззер, так я его, наверное, произношу, он рассказывает интересную историю, что когда корабль отправляется путь. Капитан определяет направление, в котором корабль будет идти. Но там есть пассажиры, которые в пределах корабля ходят туда-сюда, разговаривают, смеются, кушают. Это их свободная воля. Хотя корабль двигается к цели. И что интересно, что некоторых, как он рассказывает, некоторых встретят родственники, друзья, мы так рады, что... А некоторых полиция встретит за то, что они наделали, находясь на этом корабле. Хотя корабль курса не менял. Вот в этом смысле, говорит, суверенитет Божий работает со свободной волей, и нет противоречия. Вы еще не спите? Нет. Что, со мной? Да. Потому что я уже засыпаю. Писание предупреждает нас. Если мы сейчас пошли дальше, мы могли уйти в такие дебри, что вы думаете, что он говорил вначале? А что мы говорим? Куда мы идем? Эти темы, они имеют бесконечность. Поэтому Писание говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям миром, а не по Христу. И во нем обитает вся полнота Божества телесно. Говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией. Философия, которая может прийти извне, или философия, когда мы начинаем умничать, когда мы начинаем что-то... Во! Никто этого не знает. И мы увлекаемся своим открытием и попадаем в беду. Пример приведу. Кто-то, может, слышал, расскажу еще раз. Кто-то уже не слышал. Свидетели Иеговы. Вот было христианство. Они ходили и думали, так вот же как надо правильно. Надо Бога называть по имени. Иегова, мы его свидетели, вот это да! Вау, как другие этого не знали? И они увлеклись этой философией. Я потратил в своей юности годы, книжки читал, спорил с ними до бесконечности, изучил их учение в подробностях. И то, что я когда-то вам рассказывал, в Канаде у меня был случай, с этого момента я больше не вдаряюсь в детали. Постучали мне мужчина и женщина, муж и жена, и говорит, вы хотели бы
о Господе порассуждать. Я говорю, да я не против. Ну, что я откажусь, о Господе хотят поговорить. Ну, сели. Сели за стол, и они говорят. А вы знаете, как... Вы верите в Бога? Я говорю, да. А вы знаете, как Бога звали? Как зовут Бога? Как только они задали вопрос, говорю, Господи, опять свидетели Иеговы. Там выхода нет. Там тупик философский. И вы знаете, я впервые в жизни, годы прошли, я возмолил, Господи, помоги мне, я не хочу с ними спорить, я спешу. И мне прошла простая идея, можете ее использовать. Я не буду вас судить за то, что вы моей идеей пользуетесь. Я буду рад. Я говорю, послушайте, моего отца звали Виктор. Соседи его называли Виктор Степанович. Я его не называл ни Виктор Степанович. Я называл его папа. Если вы Бога называете Иегова, по имени его, вы ему соседи. Посмотрите Евангелие. Бог открыл нам, что Бог нам отец. Молитесь же так, отче наш. До свидания. В следующий раз, когда приходят, я встречаюсь, говорит, моего отца звали Виктор. Соседи называли Виктор Степанович, я его зову папа. Не пропустите вашу возможность стать членами семьи Бога. Очень просто, я дальше в детали не иду. Но они увлеклись своей философией. Почему же все должно быть по Христу? Потому что все эти философские идеи, которые присутствуют и в Библии, много, нам объясняют Бога, который непостижим. Неважно, сколько мы атрибутов о Боге знаем, мы не поймем до конца. Поэтому Бог послал своего Сына, который пришел в человеческом облике, который не просто рассказал, но показал, смотрите на меня, как я дышу, как я смотрю, как я разговариваю, как я реагирую, как я отношусь к врагам и друзьям. Это образ человеческим языком, образ Бога. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И что Христос говорит о суверенитете Божьем? Обратите внимание, Христос очень мало говорит о суверенитете Божьем. Он признает, что Бог суверен, но Он очень мало говорит. Посмотрите, в одна притча, время бежит, сколько уже? Царство небесное, он как-то сказал такое, царство небесное подобно царю, суверенному, который захотел сосчитаться с рабами своими. Это Христос говорит о Боге. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. И как он не имел что заплатить, то государь приказал продать его. Принял суверенное решение, продайте его, его семью и заплатите. Кто мог спорить? Это он представляет образ Бога. Но... Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорит, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу, государь, милосердие над рабом тем, опустил его и долг простил ему». Раб же тот, обратите внимание, что дальше происходит. Суверенный царь принял решение продать его и его семью. Раб стал просить. «Я отдам тебе, потерпи». Как он отдам? Там сумма такая, что он никогда не отдаст. И этот государь суверенный, он был милосерд, он поменял свое мнение. Они говорят, он не может, он суверен. Поменял. И никто не может с ним спорить. Но раб же тот, войдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и схватив его, душил, говорят, дай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам, умолял его, и говорил, потерпи на мне, и все, отдам тебе. Но тот не захотел, а нашел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга его. И дальше что происходит? Товарищи его, видя происходящее, очень огорчились, и придя, рассказали государю своему о бывшем. Тогда государь его призывает его и говорит, злой раб, весь долг, тот, когда я простил тебя, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе, ты должен был догадаться, смотря на то, как я поступаю, помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя. И этот, если бы он был кальвинист, говорит, государь, ты не можешь поменять свое мнение, ты суверенный, ты принял решение меня простить. А государь сказал, watch me, в тюрьму его. И все поменялось. И разгневался государь его, и дал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату, своему согрешение его. И обратите внимание, почему Христос переходит от понятия суверенного государя к понятию Отца Небесного.
Это объяснение Иисуса Христа о суверенитете Божьей. Он переходит от суверенного государя, переходит к понятию Отца. Это очень важный момент, который мы должны понимать, когда мы говорим о суверенитете Божьем. Мы в детстве что думаем, что наш папа суверенный, делает, что хочет. Идет, куда хочешь. Но по мере роста мы начинаем больше. И здесь Христос говорит, что эта проблема решается именно так. Бог является суверенным царем во всей вселенной. Это хорошо или плохо для меня лично? Вот суверенный царь. Ну, представим себе. Байден. Ну, представьте картинку, что он молодой, красивый, умный, честный, интеллигентный, талантливый. Бог его любит. Все страны все встречают, как Соломону приезжает. Хотят его видеть, хотят спросить его совета. Представьте себе такого царя. И вы в его государстве думаете, какой хороший у меня царь. Ну, вам мало от этого. Вы только в стране живете. А представьте себе, что когда он, пока он царем не стал, он был вашим другом. Вы на рыбалку ходили. Время он звонил, слушай, Федь, я же устал от сюда, давай рыбу пойдем ловить. И вы что, отказали же? А люди узнали, говорят, он что, с тобой рыбу ловит? Вау! Люди приходили, здравствуйте, Федор. Как вы поживаете? Чем вам помочь? Так было бы, да? Но представьте себе, что это ваш отец. Ну, тот Байден, придуманный. Совсем другая картина. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческого, а не по Христу. Нам очень важно посмотреть, как Христос открыл нам Бога. Бога не видел никто никогда, единородный Сын. Он открыл его как Сын. Он открыл его как Отец. Суверенный, но Отец. Разница именно в этом. Если он просто царь, а я его раб, это совсем другая. Да, можно радоваться, что я раб у такого умного царя. Но если он не просто царь суверенный со всеми атрибутами, но он мой отец, это совсем другая картина. Бог открывает, Христос открывает нам очень важную истину, которая собирает все вместе и дает нам выход. Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Он открывает истину, что он не просто суверенный царь. Он ваш отец. И когда вы начинаете к нему обращаться, вы обращаетесь не просто так. Начинайте с позиции чести, достоинства. Папа, я сын твоя, дочь твоя, я обращаюсь к тебе, услышь меня. Это совсем другой подход. Даже если мы не все понимаем о атрибутах Божьих, но если я ребенок, а он мой отец, я дорасту. И я пойму все до конца. Наступает чувство блаженства. Я в его семье. Даже если я что-то недопонимаю, время придет. Ну и что говорит Писание? Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Неважно, в каком возрасте мы сейчас. Мы пока дети. И мы об этих атрибутах рассуждаем, как маленькие дети. Неважно, сколько у нас цитат есть. Мы остаемся детьми в своем понимании Бога. И даже если нам уже под 90, мы такие же маленькие дети в понимании Бога. Но радостная вещь, что мы дети, а Он наш Отец. И будет время, мы увидим Его, как Он есть. Мы начнем понимать многие вещи, которые не понимали, как мы стали понимать своего Отца. И это благая весть. Нам некуда спешить. Мы успеем. Мы его дети. Главное, чтобы мы не пропустили возможность стать членами его семьи. Это самое важное, а не то, как мы решим философские вопросы. Если Бог мой отец, то не имеет ли значения, если в данный момент я еще не все понимаю должным образом, рассуждая в атрибутах его личности. Это интересно, но это не имеет значения. Главное, чтобы я знал, вот это все величие, вот эти все атрибуты, это царя, который в руке своей держит всю вселенную. Но это мой папа. Я его семья. Это самое важное. И не важно, сколько времени пройдет.
Это решит все вопросы. И если я что-то не понимаю неправильно. Один пример заканчиваю. Помните, когда говорили все как бы херувимы, закрывали вверх, вниз, кричали: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф». Исаия, как увидел святого Бога, он перепугался до смерти. Он умрет. Херувимы кричат: «Свят, свят», закрывают вверх и вниз. А он кто? Бог решил эту проблему, а потом разговор как бы ведет с херувимами. Говорит: «У нас проблема. Кто нам поможет? Кому нам послать? Кто пойдет для нас, херувим?» Исаия говорит: «Я пойду, пошли меня». Господь, наверное, так улыбнулся. Он пойдет. Он мог послать любого херувима. Но он ждал, когда Исаия, как ребенок, заговорит: «Я пойду». Потому что сделать Исаию частью своей семьи. Наверное, ангелы, архангелы не понимали, почему такая большая честь Исаии. Потому что он предопределил усыновить нас во Христе. Итак, братья и сестры, Бог, которому я поклоняюсь, суверенный Царь Вселенной, мой возлюбленный Отец Небесный. Вы можете сказать аминь на это? Аминь. Все сказали? А кто сомневается, кайтесь, принимайте крещение. Не пропустите ваше время. И последнее. Задайте себе этот вопрос. Что я готов изменить в своей жизни, чтобы было очевидно для всех, кто мой отец и кто я? Не надо обижаться по мелочам. Не надо жить в этой мелочевке. Что я готов изменить в своей жизни, чтобы было всем очевидно, кто мой отец и кто я? Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Да благословит вас Господь. Аминь. Давайте помолимся. Господь, дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за это время, которое мы рассуждали о Твоем характере. Мы, как дети маленькие, рассуждали об этом. И когда мы делали, Ты улыбался, смотрел, как много мы еще не понимаем. Но мы благодарны Тебе, что Ты открыл для нас так много. Мы благодарны Тебе, что открыл так много, что мы можем восхищаться Твоими атрибутами, Твоим характером. Мы не понимаем всего, Господи. Но помоги нам, Господи, не пропустить время, чтобы мы могли просто принять Евангелие, что Ты наш Отец, и мы Твои дети, мы можем быть в Твоей семье. Научи нас в наших обстоятельствах жизни поступать достойно звания, в которое мы призваны. Чтобы мы не сомневались, кто мы, и чтобы Ты с радостью смотрел, как мы, Твои маленькие дети, растем и духовно формируемся. Во имя Христа Иисуса поклоняемся и благодарим. Аминь. Сердце мечтою, высь небес голубая, нашей общей судьбою стала вера живая. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он нас сделал родными, друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Иисус дал нам друга, мы на деле узнали, Он врачует недуги, удаляет печали. Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут христиане. Он дарует прощение в мире счастья без веры и второе рождение.
Друзья, присядьте еще на минутку. Прекрасное служение, правда? Важные, интересные слова. У нас есть несколько объявлений. Семья Андриенко благодарит всех за участие, за поддержку, за помощь в организации похоронных служений нашей дорогой сестры. Для кого-то мамы, для кого-то бабушки, прабабушки, а для нас сестры во Христе Татьяны Ефимовны Андриенко. Слава Господу! Самым дорогим для меня было во всем этом, чтобы Господь касался сердец людей, и мы видели молитвы обновления, молитвы покаяния. Это результаты маминых молитв, слава Богу за это. Так что, друзья, все, кто принял участие, вас благодарят, семья Андриенко, все родственники. Сестра Надя просит молиться об операции, о руках врачей. Мы принесем эту нужду в наших молитвах. Также сегодня с нами наши друзья из Киева. Пастор Вячеслав с дружиною, с супругой Людмилой и сыном Владом. Пожалуйста, пройдите, мы помолимся за вас сейчас. Очень важно, чтобы мы благословляли наших друзей, которые трудятся, особенно в непростых обстоятельствах. И мы рады, что церковь «Алмаз» умножается активно в служении. Сегодня брат Вячеслав будет с молодежью нашей общаться. Слава Господу за эту возможность. Мы благодарны за ваше служение, за ваше верное посвященное служение. Давайте мы встанем все и помолимся за наших друзей. Батько наш Небесний, ми вдячні тобі за можливість бути корисними тобі в твоєму царстві, в твоїй церкві. Ми вдячні тобі за брата В'ячеслава, за дружину Людмилу, за сина Влада, які сьогодні з нами. Але вони повертатимуться додому, в Україну, для того, щоб продовжити служіння. Захищай, оберігай. Надавай твою силу, твою мудрість, щоб слова нашого брата і співробітника у благодаті твоїй, вони торкалися людей. Боже, ми просимо, щоб вони були знаряддям твоєї благодаті там, в Україні. І щоб ми могли, як церква, підтримувати, молитися, і бути разом в їхньому служінні. Благослови нашого брата, нашого співслужителя, як ти можеш, як Батько Небесний. Не тільки як цар, як господар Всесвіту, але також як його батько. Благослови, оберігай в своїх обіймах, давай йому силу свою. Ми вдячні тобі за його працю. Ми, твої діти, а його брати та сестри, в ім'я твого Сина Ісуса Христа. Амінь. Благодарим, так. Благодарим, друзья, что нашли возможность нас посетить. Вы можете подойти, поприветствовать, поддержать вечером, прийти на общение для того, чтобы вместе с молодежью и с нашими гостями участвовать в общении. Молодежное вечернее общение – это не только для молодежи, да? Не забывайте. Это и для родителей, и для друзей, и для всех, кто хочет почувствовать себя молодым. Друзья, у нас сейчас время для собрания членов церкви, для членов нашей церковной семьи. Но для гостей, которые еще не стали членами церкви, и для друзей, которые нас посетили, есть приготовлено сегодня угощение, чай, кофе. Вы можете перейти в малый зал для того, чтобы пообщаться там. Поэтому мы остаемся здесь, в этом зале, практически без прерыва, буквально 2-3 минутки возьмем, чтобы поприветствовать друг друга. Гости переходят в малый зал. Мы рады, что вы были с нами, а члены церкви остаются для общения. С миром Божьим, наши друзья и гости!